Уже 7 лет мы производим часы на газоразрядных индикаторах. Настало время расширить линейку и добавить новые вакуумно-люминесцентные индикаторы. В этом видео я расскажу историю, как они появились, и про их технологию. А еще мы откроем коробку, которая была запечатана еще на заводе. Поехали! В 80-е и 90-е одним из наиболее массовых дисплеев были именно вакуумно-люминесцентные индикаторы. Посмотрите хотя бы на магнитофон Олимп того периода. Здесь индикация сделана как раз на вакуумно-люминесцентных индикаторах. Здесь их две штуки. И на усилитель орбита, тоже с вакуумно-люминесцентным индикатором. Встретить такие индикаторы можно во множестве устройств. Это и калькуляторы, и измерительные приборы, и компьютеры, и даже часы. Вакуумно-люминесцентный индикатор, или коротко ВЛИ, является электронной лампой. Их выпускалось огромное количество разновидностей. Есть и многознаковые, и однознаковые, и плоские, как в магнитофоне Олимп, то, что я показывал. И до сих пор они выпускаются в наиболее поздних модификациях в России и в Японии. Первые ВЛИ появились в 1967 году в Японии, спустя примерно 10 лет после появления газоразрядных индикаторов. Почему именно в Японии? Во-первых, лицензия на производство газоразрядных индикаторов до сих пор принадлежала американской компании Burroughs, и японцы не хотели за нее платить. Во-вторых, начали простаивать мощности заводов, которые производили радиолампы, а вакуумно-люминесцентные индикаторы являются разновидностью радиоламп, по сути. К тому же, в отличие от газоразрядных индикаторов, ВЛИ не требует такого высокого напряжения, и их можно использовать в компактных и переносных устройствах. В СССР ВЛИ пришли в начале 70-х годов, и первые вакуумно-люминесцентные индикаторы копировались с японских аналогов. Пару слов про технологию. Не буду сильно углубляться, скажу лишь, что в отличие от газоразрядных индикаторов, где светится газ-неон, в вакуумно-люминесцентном индикаторе светится люминофор, которым покрыт анод лампы. И еще обратите внимание на геттер, вот эту черную шапочку. Это индикатор герметичности лампы. Когда нарушена герметичность лампы, он становится белым. И про долговечность. На самом деле эти лампы служат довольно долго. Вспомните хотя бы советские лифты, где индикация этажа как раз на этих лампах. И про часы электроника, которые можно найти почти в каждой квартире у бабушки и дедушки. Есть три основных типа ВЛИ. Самый старый – это однознаковый, как вот эти ИВ-11 лампы или ИВ-8. Дальше появились многознаковые индикаторы, но они по-прежнему были круглые. И на смену им пришли многознаковые плоские индикаторы, которые стоят, например, в магнитофоне. Цвет люминофора может быть нескольких цветов. Это зеленый, синий, желтый и красный. Красный можно, например, здесь увидеть. Давайте теперь посмотрим, как выглядят лампы прямо с завода. Эту коробку не открывали с завода. Можно увидеть пломбу заводскую. Вот она, завод-рефлектор. И все маркировки, когда они сделаны, кому были переданы. Давайте разрежем и посмотрим, что внутри. Сверху что-то вроде бумажного скотча или проклеенной бумаги. Какая-то записка. Давайте тоже посмотрим. Так, упаковочная ведомость, ИВ-11, 100 штук, дата упаковывания 11 марта 89 года. Такая вощеная, наверное, эта бумага называется, пропитанная, что-то вроде масла, вон даже коробка пропиталась. И вот сами лампочки, давайте достанем. Красавицы. ИВ-11,
89 год. Обратите внимание, кстати, на цвет. Здесь синий. И я замечал, что в рамках одной партии попадаются с разного цвета вот эта вот подложкой лампа. Давайте это проверим. Синяя. Тоже синяя. Может быть, нам повезет и все будут попадаться синие. А вот это уже не чисто синее. Здесь какие-то желтые вкрапления. Кстати, если посмотреть, то все равно оттенки разные немножко. На этом, пожалуй, все. И в следующем выпуске мы подробно рассмотрим наши новые часы, их функционал и расскажу наши планы, что мы планируем с ними делать. До встречи!